При собирании велосипеда столкнулся с такой проблемой. Отрезал нужную длину тросика. И вот, как видите, в тросике есть на рубашке тросика вот такой наконечник. Такой бочоночек железный, окантовочка, чтобы тросик, чтобы хорошо трос внутри скользил, не задирался здесь конец и хорошо вставало в гнездо. Вот сюда все. С ног сбился. Бывает такое, что надо сразу сделать. Покупать новый тросик из-за вот этих вот маленьких наконечников это вообще не вариант. И все равно надо будет резать, делать. Ну, в общем, что только я не придумывал. И вот к такому решению я пришел, друзья. Вот посмотрите, с этой стороны я уже сделал. Вот видите? Потому что нужный кусок всегда отрезаешь, но там, конечно, отрезанное, не окантованное. И вот как я вышел из положения. Посмотрите, что я только не думал, какие-то трубки, вот думал диод даже, или вот пластмассовую ерунду думал, но нет, все-таки хотелось, все-таки, чтобы это был металл. И вот оно, самое простое, друзья, решение. Обычный старый предохранитель. Итак, сейчас мы разобьем стекло и останутся только вот эти две части. Ну вот, как видите, я освободил все полностью от стекла. Вот у меня получилось две вот такие заготовочки. Сейчас что остается, это просверлить дырочки под тросик. Накерняем шилом дырочки. Здесь оно заплавлено оловом, как вы знаете. Так что труда не составит проколоть мелкие дырочки. Ну и чтобы дырки были ровные, просто я их сейчас просверлю. Вот я зажал в тиски. Сейчас просверливаем дырочку. Все, готово. Сверлится очень легко. Ну и точно так же делаем со второй заготовкой. Так, необходимо проверить. Вот я тем же шилом, чтобы здесь не было никаких закусов тросика, чтобы у этого рубашки, чтобы тросик ходил свободно. Вот так вот. Освобождаем отверстие. Ну и теперь приступаем. Так, вся процедура довольно-таки проста. Проще простого. Вставляем вот эту бабышечку на тросик. Она, конечно же, до конца не лезет. Берем зажигалку. Нагреваем кончик. И всовываем дальше. Если не всунулось, чуть-чуть еще нагреваем. Вот она проходит уже. Вот, собственно, все. Первая готова. Сейчас выровняю ее просто. Вот так. Вот, посмотрите. Красота, да и только. Прям как заводская. Ну и все, берем второй конец. Сначала надеваем. Вот таким образом. Опять же нагреваем кончик. И потихонечку. Потихонечку надеваем ее. Она нагревается, расплавляет оплетку. И мертво садится, друзья, в свое место посадочное.
Вот и все. Все, она у меня села. Вот это немножко мне не нравится, кривовато. Сейчас мы ее исправим. Вот все до конца. Просто горячо руками было. Все, друзья, можно ставить. Все как новое.